Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня 28 октября 2023 года жители города Химки, адресов Юбилейный проспект, дом 66, 66А, 68, 68А, 74, 76, 3, Нагорное шоссе, дом 1, 1А, улица Строителей, дом 8 и, возможно, еще других адресов города Химки. Обращаются к вам с серьезной тревогой и последней надеждой. В связи с катастрофической ситуацией в многоквартирных домах, где у многих с начала отопительного сезона отсутствует отопление и горячее водоснабжение. Эта проблема нарушает жизнь тысячи граждан и стала нашей единственной надеждой на ваше вмешательство. Сейчас многие жители города – семьи с грудными, малолетними детьми, многодетные семьи, пожилые граждане, семьи служащие погибших в СВО, которым обещали помогать на государственном уровне, но не помогают, сталкиваются с невыносимыми условиями, проживанием в холодных квартирах без отопления и горячего водоснабжения. В квартирах сырость, плесень. Люди борются своими силами с низкими температурами в помещениях и отсутствием горячей воды. Закупая всевозможные обогреватели и бойлеры. Но многим семьям, пожилым гражданам, пенсионерам такие покупки не под силу. Квартиры обогреваются электричеством, что вынуждает людей переплачивать огромные суммы за электроэнергию. Одинокие пенсионеры не могут себе позволить включить обогреватель, экономя на всем, чтобы прожить на пенсию. Жители ежемесячно оплачивают выставляемые суммы в квитанциях МОЗ, обл. И РЦ за услуги ЖКХ. Неполучаемая взамен услуга по отоплению и горячего водоснабжения. Оплачивают счета за услуги, которых нет или которые предоставляются некачественно, которые не доходят до жильцов. Во многих квартирах расходы на услуги ЖКХ превышают прожиточный минимум в Подмосковье. И мы не понимаем, почему стоимость коммунальных услуг в Химках намного дороже, чем в Москве. В прошлом отопительном сезоне при морозах минус 20, минус 27 градусов люди провели новогодние праздники без отопления. Существуют ситуации, когда отопление присутствует. Оно далеко не всегда полноценное и качественное. Его включают на какое-то время и выключают потом. Отопление дозированное. В некоторых квартирах есть, а в некоторых нет. Могут отапливаться лестничные клетки, а в квартирах нет, и так уже несколько лет. В некоторые квартиры отопление не доходит вообще, даже если в доме оно присутствует. Эта кризисная ситуация вызывает у нас беспокойство, и мы обращаемся к вам как последней надежде на решение этой проблемы. Наши гражданские права на комфортные условия жизни и здоровья нарушаются, и мы исключительно надеемся только на вас. Весной губернатор Московской области пообещал, что на ремонт теплосистем в Химках будут выделены средства из бюджета. Мы все надеялись, что хоть по самым проблемным адресам произведут ремонт сетей, замена труб. Однако уже начало отопительного сезона показало, что практически ничего не сделано. Тепла в наших домах нет. Мы хотим, чтобы нас включили в программу модернизации тепловых сетей. 9 октября 2023 года глава городского округа Химки Волошин прекрасно отчитался губернатору Московской области Воробьеву о том, что нет ни одного дома, куда бы не было подано тепло. Но как так? Некоторые жители его не получили до сих пор. Мы обращались с этими проблемами в ТСК «Мосэнерго», в УК «Жилищник», администрацию города Химки, в Следственный комитет, прокуратуру, в Госжилинспекцию, губернатору Московской области. Но ответы на наши обращения выглядят как отписки. Либо все в порядке, либо все находится в ремонте. Но ведь за годы можно все отремонтировать. Это продолжается не один год. Даже если предоставляют услуги ГВС и отопление, то это происходит кратковременно, не доходя до многих квартир. С приездом проверок отопление ГВС подают. Как проверяющие уходят, его отключают. В наших домах в основном проживают семьи работников и пенсионеров, которые работали и работают в АО НПО «Энергомаш», АО НПО «Лавочкино», Федеральный клинический центр
ВМТ ФМБА России работают на важных объектах страны. Люди, возвращаясь с работы поздно вечером, не имеют возможности принять душ и согреться. А ведь у них сложная и ответственная работа. Человек должен отдохнуть после тяжелого трудового дня и восстановить свои силы. У детей должен быть режим и полноценный здоровый сон. Они не должны просыпаться ночью от холода. Многие жители болеют. Болеют дети, пенсионеры. Не удается полностью оправиться от болячек, связанных с условиями проживания. Большие деньги люди тратят на лекарства. Этого всего можно избежать, всего лишь получая положенные услуги отопления и ГВС. Мы просим вас наказать виновных лиц, которые не справляются со своими должностными обязанностями на своих рабочих местах. Просим принять срочные меры для восстановления отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Просим обеспечить, чтобы эти услуги были доступны для всех граждан. Мы хотим просыпаться с утра отдохнувшими, здоровыми, идти на любимую работу, работать на благо своей Родины в это непростое время. Просим вас рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью. И мы надеемся, что вы возьмете нашу проблему на свое сердце и предпримете необходимые шаги для ее решения. С уважением, жители города Химки, адреса: Юбилейный проспект, дом 66, 66А, 68, 68А, 74, 76, 3, 82, 78, 5, 2, 9, дробь 1, 86. Нагорное шоссе, дом 1, дом 1А. Лавочки на улице, дом 14, 15, 16, 17. 18, 24, 22. Ивакина, дом 27, дробь 1 и дробь 2. Улица Строителей, дом 3, дом 3А. Улица Панфилова, дом 4, дом 2. Парковая, дом 8. Улица Машенцева, дом 3, дом 3А, дом 7. И Молодежная, 18.